Очень разные есть страны в сторону. Вливательство к армизму, да, то, о чем очень профессор Нестик говорил. Я в какой-то момент, моя работа в том числе стоит, чтобы следить за тем, какой контент производят основные медиа, поэтому я мониторил государственные телеканалы, у которых по-прежнему достаточно большая аудитория, пускай она снижается в последнее время. И был, конечно, сильно удивлен тем, что буквально одновременно, да, в воскресный вечер, то есть можно по одному центральному каналу видеть уверенное рассуждение о том, что в целом эпидемия, конечно, не представляет особой опасности, особенно для нас, россиян, но, в общем, видимо, имеет какую-то этническую окраску, не все национальности ей подвержены, и мы более-менее от нее можем чувствовать себя безопасность. Переключаешь другой центральный канал, и там видишь просто истерику ведущего, который кричит о том, что если вы не хотите помереть прямо сейчас, то сидите дома, никуда не кажите нос. Что это порождает? Это порождает две вещи, которые одинаково плохи. Да? С одной стороны, в общем, такое наплевательское отношение, с другой стороны, чрезвычайную тревогу. Оба состояния, конечно, препятствуют принятию рациональных решений. И вот мы сейчас во многом наблюдаем эту проблему и в ходе второй волны, да, которая сейчас уже начинает, да, возникает ощущение, что возможность продавливания каких-то мер, она уже сильно ограничена. Это первое последствие. Второе последствие, конечно, стоит в том, что резкая система здравоохранения, да, про что говорил Александр Ильич, если она изначально рассчитана на решение задачи оптимизации ресурсов, чтобы, грубо говоря, не лечить никого лишними, да, а не на то, чтобы обеспечить общественную поддержку всем членам общества, то она тут же начинает сталкиваться с проблемой появления в ней лишних людей, которых прежде там не было, и занимается спихиванием ответственности с одних звеньев на другие. Мы можем это видеть в разных странах. Да? В США этим занимаются, скажем, президенты, губернаторы, пытаются друг на друга свалить ответственность за плохо работающую систему здравоохранения. В России другая совсем ситуация системы здравоохранения, но тоже после оптимизации, которая проходила долгое время, мы видим, что поликлиники, больницы, санитарные органы, правительство начинают пытаться друг друга спихивать ответственность. Сейчас сталкиваются люди, которые буквально страдают в данный момент от симптомов, например, или просто страдают от тревоги и не могут ясно понять, как им получить необходимую помощь, медицинскую помощь, да, и так далее. Пока рано говорить сейчас, да, на самом деле предмет для очень интересного исследования в самое ближайшее время, но, по-видимому, страдают от пандемии больше как раз страны с низким уровнем доверия. Да, в этом смысле там тяжелая ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах, это довольно показательно. Россия, по предварительным данным независимых демографов, конечно, проходит эту ситуацию без какой-то чудовищной катастрофы, но на уровне, скажем, смертности, который немногим лучше, чем уровень США. Если это так, если эта гипотеза подтвердится, да, что вот страны вроде скандинавских или там Германии проходят ситуацию лучше, чем страны с низким уровнем доверия, то мы имеем дело с фактически с налогом на недоверие, который берется нас с пандемией, налогом на общественное. Заключение. Что здесь можно сделать? Ну, понятно, что задача стоит в том, чтобы выращивать доверие. Да, даже на повседневном уровне, это то, чем коллеги на самом деле занимаюсь. Я вот сам, конечно, не являюсь профессиональным психологом, но с интересом и уважением смотрю за тем, что коллеги делают последние месяцы. Понятно, что это должно стать уроком для управления здравоохранением, которому следует идти не по пути тотальной слежки за здоровьем граждан, чему я сейчас держу, а скорее по пути укрепления защиты, солидарности и поддержки расширения ресурсов. Но очень важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это, конечно, гражданское участие в восстановлении рутины. Когда мы теряем отставание для стандартизованного повседневного действия, важно, чтобы у нас появилось какое-то ощущение, что мы сообща в новых условиях, да, в трудных условиях, мы можем восстановить эту самую рутину. Да, даже делать какие-то простые вещи, не просто там сидя дома, и смотря в стенку, и, в общем, угнетая напряжение, и выливает напряжение на своих близких, но как-то участвуем все вместе в воспроизводстве новой нормальной ситуации.
И в тех странах, где людей была возможность, да, у граждан была возможность на повседневном уровне участвовать в решении проблем, они, конечно, оказываются в лучшем положении. Сегодня на выходе из пандемии выиграют те общества, которые сумеют осознать, что они преодолели эту проблему вместе. А у людей была возможность участвовать в ее преодолении сообща, согласованными гражданскими действиями. И вот это, пожалуй, главный такой урок, который можно извлечь на выходе из пандемии, выигрывают те, кто смог решить проблему вместе, а не те, где время за победу будут пытаться захватить отдельные политики или отдельные. Спасибо.